В общем-то, да, это тот самый клип, который я уже видел. Но это было давно, и это был черновик. Посмотрим, что сейчас будет. Тогда мне понравилось, когда он мне показывал. Мои ботинки под каблуки, я штаны из кожи, не снял ярлыки, я сделал много, сколько впереди, я смотри вперед, но только впереди, я. Ау-ау-ау! Для тех, кто смотрит данную реакцию сейчас на YouTube, я бы хотел к вам обратиться и попросить вас, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал. И я буду очень благодарен, если вы это сделаете. Спасибо большое, все. Идем дальше. Мои ботинки под каблуки. Так, блядь, такого не было, когда он мне показывал. Чё за нахуй? Что за подстава? Впереди я, мои друзья не верят, не хочу спать, ещё не время, не. Какой-то QR-код. У нас целый вечер, что мы будем делать, делать. По-моему, прикольно. Ну, типа, клип начинается с этого момента и заканчивается на этом же моменте. И ощущение такое, что, типа, одним дублем сняли. Прикольно. Классно, что я могу сказать. У нас был с ним классик, писец. Вчера сгорел его отец. Все это правда, но не то, зато прошел отбор в детстве.